Снимаю видео, как обещала, но, по-моему, уже поздно. Темновато как-то. Наша деревня, наш домик. Я тут, тут! Вот наш домик. Домик не маленький, честно говоря. Вход. Белье сушится. Вот домик с этой стороны. Тут одно окно, там четыре. Беседка. Вот тут дуб. Наверное, темно, не видно уже. Ай. Вот дуб. А, он с трех этажа до третьего этажа. Ему всего 5 лет. Он, мы его сажали, прутик просто прям. Чуть больше ладошки. Палочка такая, с двумя листиками. Так. Ну вот это вход в дом. Ну, тут разные деревья. Тут рябина сортовая гранатная. Вот она. Тут жасмин, чебушник. Но пока не очень интересно, потому что листьев нигде нет. Это сирень венгерская. Это какой-то куст колючий красный. Это ива бешеная. Разрастается. Мы ее стрижем, как вообще не знаю что. Она все растет, растет. Тут гортензии. Там клен маньчжурский. Это маньчжурский орех будущий. Вот он маленький пока. Ему уже 2 года, а он что-то никак не растет. Пока что мне до груди доходит. Вот маленький, короче, какой-то. Тут у нас вторая беседка. Это яблоня. Не помню, какая. Маленькая. Тут велопарк. Мой, Настин и ее друга Женя. Там большая яблоня, ей лет 70. Ой, дофига всего. Тут можно час ходить, рассказывать. Тут шелковица молодая посажена.